церемонию выборов председателя студенческого совета. Она будет проходить у нас с вами в течение двух пар. Третья пара и те, кто сейчас на четвертой паре, придут нам после четвертой пары. Чтобы никого не задерживать, ребят, по регламенту конференции я попрошусь, значит, проговорить информацию специалистов молодежной избирательной комиссии. Что хотелось бы сказать от себя, приветственное слово. В этом году у нас с вами три кандидата, очень яркие, интересные молодые люди. Сейчас они о себе немножко здесь расскажут. Но что можно сказать о том, какая была в этом году у них избирательная кампания? Достаточно насыщенная, ребята готовились к выборам, работали с коллективом групп, работали с мастерами производственного обучения. Очень примечательно, что использовали различные мультимедийные технологии в своей предвыборной кампании. Реклама в СМИ, реклама в сети интернет, ВКонтакте. Ну и особенностью стало в этом году интересное мероприятие под названием «Предвыборные дебаты», которое состоялось здесь, в актовом зале, буквально позавчера, где ребята поспорили и друг с другом, остановились на каких-то очень важных моментах жизни нашего техникума. Что, дорогие друзья, я думаю, что нашу с вами конференцию можно считать открытой. Я приглашаю на сцену кандидата Самира Амаманова. Если честно, то я не готовился, не ожидал, что я что-то буду говорить. Депутат, я должен обещать как бы что-то. Я обещаю, что если я стану председателем студенческого совета, поработать честно и на совесть, так сказать. Голосуйте за меня, это все. Друзья, ну и слово следующему нашему кандидату, студенту группы номер 324, организации перевозок управления на транспорте. Лавров Денис, пожалуйста, на сцену. Добрый вечер. Рад всех приветствовать. Я тоже, кстати, не готовился, мы никто не готовились. Это вообще для нас нонсенс, что мы здесь сейчас что-то говорим. Депутаты не должны обещать, депутаты должны делать. Мы будем делать. Голосуйте за меня. Спасибо. Уважаемые делегаты конференции отчетно-выборной, я хочу предоставить слово специалистам молодежной избирательной комиссии. Илья Шитов сегодня у нас здесь и Александр Васильев, который расскажет о процедуре голосования, с которой нам с вами сегодня придется познакомиться. Пожалуйста, Илья. Говорить долго не буду. Вот бюллетень. В нем фамилии. Упоминание только об одном кандидате, за кого вы голосуете. Две галочки, смайлик, крестик, они не действительны, бюллетень считается недействительным. Всем слышно, нет? Да. Заготовлено 140 бюллетней, в списках у нас 400 человек. Ну, потом посчитаем, кто из кандидатов займет больше всего голосов. Итак, значит, ребят, еще раз повторю основные моменты. Мы с вами сейчас по сигналу подходим к избирательной комиссии, которая находится у нас в коридоре. Значит, по списку вас находят в списках избирателей. Вы получаете бюллетень, о чем расписываетесь, составляете свою роспись в списках избирателей. После этого вы, значит, подходите
К столу для голосования ставите свою отметку и свой бюллетень опускаете в урну для голосования. And everyone is a casualty. Oh, I just didn't know it was me. I was blind and I couldn't see. Oh, I couldn't see. Caught in a landslide with you tonight. Falling to the other side of the field. Казаков Алексей Романович, группа 123. Сегодня выборы председателя студенческого совета. Я сделал свой выбор. Я проголосовал за Никиту Бородина.